Он плохо слышит, ему говорить надо. Мы с Барнаула. Да. Казачий обход? Нет. Казачий обход? Нет. Мы не крушители, мы не ломаем ничего. Мы евангельские христиане православные. А вы евангельские православные христиане? Да. Слава Богу за вас. Это мальчик, да? За 1000 километров. Это православные христианеры едут. Нам нужно увидеть. Сейчас, сейчас. Мы пригласительные дадим. Деточки свои. Мы ехали, просто удивились. Подождите минут 20. Может, нет, это для нас много. Сейчас, сейчас, я позвоню. Позвоните, если насколько возможно. Как вы говорите, православный А вы к ним относитесь или никак? Здравствуйте, а что спрашивали? Игнатий Иванович, а у вас есть? Так, визиточка. Возьмите. Как, пешком, да? Нет, мы на газели, он у нас. На газели, а? Да. А что, где церковь открывать? А? Церковь где будет открывать? Мы не будем здесь организовывать. Мы просто дарим в библиотеке книги различные наши православные. А сейчас у нас просто миссия. Да, миссия. Мы сами откуда? Барнаул. Барнаул. Так что вам не нужно? Нет, да зачем? Мы же... Ну вы-то что исповедуете? Мы там исповедуем Христа, я думаю. Распятого, воскресшего и вновь грядущего. А как все сосветить? Потому что же, и жизнь во Христе, чтобы человек измененный, да? Да. Вот мы ищем людей, которые желают знать. Мы у нас тоже ищем. Отношения, мы... Христианские отношения у нас с пятидесятниками, с баптистами. У нас очень необычно, считаем протестантами православными. Я вот за православие, за это. Да, Журавлев такой. Журавлев Сергей. Кто такой? Сергей Журавлев. А вы его знаете? Ну, я его лично не знаю, я слышал его. Бывший священник православный перешел, он там называется обновление церковь. Вы как относитесь к тому, что он перешел? Ну, не приходится, как-то попросить. Мы вам зря подпишемся к нему. Нет, а вы едете? Нет. С какой у вас цель какая? Цель какая, что людям дать знать о Христе. Цель такой, что вы хотите. Господь сказал, если по симонии, проходите вам через всех маленьких. А вот кто будет верить и креститься, то что а вот ваше мнение, если вас относится к православию, да? Ваше мнение по поводу того, что вот Матрёну возили, мощи Матрёны. Вас интересует это мое мнение? Да, да. И вы на него опираться будете? Нет, мне просто ваше мнение интересно. Как знаете, вот это меня удивляет то, что я вам дал, вы не взяли. А вот зайдете на сайт, здесь как раз и есть. Нигде такого не найдете, как на этом сайте у меня. А с сайта легко перейти на форум. Это наибольшего кощунства придумать нельзя. Все мощи должны быть захоронены. И те, которые выкапывают дело, должны быть отмещены от церкви. И у меня на основании жития святых все это доказано. А вы отопрегаете. Это вам такое будет, да. Вам будет дано такое оружие, которое в руках не держали. Первобратья! Нет, я говорю, вы увидите, что мы стоим на той позиции, на которой даже вы не стоите. Мир и благодать нам дал. Что они это кощунство, что это режут, возят. Это абсолютно недопустимо. Это было доказано на основании православной литературы. Прах? Ну все, зачем возить? Нет, я не про это говорю. Вы говорите, я доказываю на основании... На основании жития святых, это 1170. Жития святых зачем? Нам надо доказывать на основании жития Иисуса Христа. Писание же Богодухновенно, а не жития святых. Ребята, так нельзя уже смотреть. Почему? Когда Христос разговаривал с Саддукеями, а Саддукеи ничего кроме пяти книжек Моисея не признают. Христос не стал спорить. На основании пяти книжек и стал, а как же сказал, Бог не мертвый, Бог живый. Так что приходится, ну раз как Павел сказал, христиане всегда живые. А что, на эпиктета обращаются? Это не мешает стать. Ну, видите, понимаете, вам надо доказывать то, что вы доказываете людям, которые сегодня идут и поклоняются иконам, которые занимаются идолопоклонством. Не иконами. Вы говорите о мощах сейчас. Нет, я обо всем, потому что это одно и то же. Это не одно и то же. Одно и то же. Ну, мощи, и какое у вас понятие? Мощи и иконы одно и то же. Вы что, говорите? Ну как? Да просим.
Ну скажите, ну, какое же ваше знание? Икона это изображение рисунка. Это же человек. Ну да, который ставит свечки. Может, кладбище Богу еще... принадлежит. Никто не имеет права выкапывать. Нет, а иконы. Еще я вам отвечаю о мощах сначала. Не, ну мы поняли о мощах, вы а еще, иконы. Еще поняли. А иконы. Я понял, что из праха взял все и надо сохранить это кощунство. Нет, а теперь о иконах. Потому что сегодня я понимаю. Все мощи должны быть изъяты и похоронены с честью. А иконы. Что значит иконы? Ну, вот изображение, как относитесь, которым ставят свечечки, например, изображение. Один. Так это лучше не мешался. Ну давайте. Давайте, что в иконах знаете из Священного Писания? Говорим только по Библии 66 канонических книг. Что в Библии сказано об иконах? Братья, есть какие-то сложности? Да сложности никаких нету. Мы не встретились пообщаться. Ну, нам из Барнаула досчитали. Классно, слава Богу. Изображение. Вообще каких сложностей? Делить же ничего не будем. Вы Библию когда считаете, вы мне... Покажите мне Библию. Вы даете толкование свое ему? Или кто-то до вас давал такое? Нет, это заповедь Божия. Я просто объясняю. А откуда иконы пошли? Сейчас, скажите. Подождите. Слово «экон» по-гречески означает «изображение». Другого толкования вообще нет. Зачем нам эти разговоры, Ваня? Только до конца, чтобы был разговор. Заметьте. И когда считаем исход 20 главы 4 стиха, он говорит, не сделай никакого изображения, ни того, что на небе вверх, ни того, что на земле внизу, что ниже земли. Вот я веду занятия, я в разных университетах преподаю, там ради передачи. Я спрашиваю на карте, скажите, что на небе вверху? Не сделай. Ну, надо узнать сначала, чего не сделай. Давай пишем. Облака, дождь. Луна, солнце, звезды, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, Бог Саваоф, Троица. Все, все. Чего нельзя делать? Не того, что на небе. Но мы должны перечислить двоеточие, вот ноги поставить. Я спрашиваю, чего нельзя делать? И вот тут начинается путаница. Одно Бог не разрешает, а в 25 главе говорит, сделай изображение того, что вверху. Как это так? Это один и тот же Бог. Бог не забывает, что еще раз сказал. Понятно? Значит, с этим надо разобраться, чего нельзя делать. Одно уводит от Бога ложное божество, другое, которое приближает. Слово изображение. Вот мы открываем 41 главу. У меня последний вопрос. Я не ответил. Нет, ладно, я как бы... Меня, вы как раз и говорите, что... Меня, нет, я не понимаю... Я ответ не дал. То, что икону видели. Я сейчас скажу. Сергей. Я отвечаю. 41 глава, книга «Пророка Иезекииля». Я сначала людей спрашиваю так, скажите, вы верите всему Писанию? Да, верю. А Христос приходил в какой храм? Ну как, Соломон построил? Да Соломонов разрушен. 4 книга Царств, 25 глава. Навуходоносор разрушил. А этот храм как назывался? Зарававелев. Это второй храм Соломонов. А его устройство было по повелению Божию. 41 глава говорит, и сделай изображение. От пола, а зачем нас снимаете? От пола до потолка. Мы делаем изображение. Нет, запрета такого нет. Не, это что? Это потом будет показано, так что беседа. Не, просто я хочу вас попросить, вас как зовут? Вы здесь меня Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, вас попрошу, пожалуйста. Давайте мы дискуссии сейчас проводить не будем. Меня спросили, я даю не дискуссию. Почему спросили? Ну. Меня спросил Иван, я отвечаю. Но. Дискуссии нет никакой. Ну зачем нам снимать на камеру эти вещи? Зачем? А что боитесь? Вы не преступник. Так при чем? В том-то и дело. А зачем? 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 Да не надо говорить зачем. Это полная свобода. Здесь запрет. Это нигде нет. Я в своей нигде нет. Нахожусь. Да, мы вас попросим смотри. Просто сейчас, чтобы вы здесь не эти вопросы не проводили, пожалуйста. Да не проходите, мне евангелизируйте. Вопрос. Проходите, пожалуйста. Проходите, пожалуйста, евангелизируйте. Я отвечаю руководителю, на его вопрос он не может уже выслушать даже. Это сатана вас слушает. Ну, заметьте, 41 главе Иезекииля говорит, сделай изображение весны. А пола до потолка, внутри изображения. Это был идол. Да зачем? Смысл какой? Вы хотите нам что-то доказать? В этот храм пришел Христос. Нет, я уже... Вы поняли? Вопрос, Христос пришел в храм, в котором были всюду и везде изображения от пола до потолка. Ну, свободного места нигде не было. Свечки не ставили. И Христос, за исцеление. Слушайте внимательно, и Господь Христос сказал, дом мой, не сказал, это дом Хананеев. И он дома молитвы нарисовался, вот мы своей торговлей сделали его вертепом раньше. А изображения были на храме. Изображения всюду были. 41 глава. И заметьте, в день Пятидесятницы был святой святой учеников. 2 глава День апостолов. Ну ладно, я не объект для того, чтобы мне его в этот храм полный идол. Как они могли идти? Давайте снимите меня сейчас, я задам вопрос, а потом его опубликуете. Скажите мне, вы рождены свыше? Обязательно. Я рожден как свыше. Как это проявляется? 27 сентября 1962 года. Как это проявляется? Среди 50. Ну все, спасибо. Храни вас. Так, вопросы еще какие есть?
Нет, больше нет вопросов. Там есть много неспасенных людей. Проповедуйте им Евангелие, пожалуйста. Если к нам приедете, мы вас примем. Снимите меня на камеру. Нет, у вас просто решено не будет. Ну, все, спасибо. Снимите меня на камеру. Ну, у меня был вопрос. Я выслушал ваше мнение. Все, после дня 50, они же там молитвы, которые полные комнаты. Все, спасибо. Слава Богу.